Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим универсальную камеру заднего вида от компании RS, модель RVC-02-170UNI-CCD. Данная камера идет с матрицей CCD. Предназначена камера для того, чтобы устанавливаться в штатные плафоны под разные автомобили. Вот такие вот отдельно продаются плафоны. Покупается универсальная камера и плафон под ваш автомобиль. Вот. По комплектации камеры. В комплекте у нас сама камера. Вот такая вот прижимная пластина металлическая идет. Камера из пластика, полностью герметично заклеена, пыль влагозащищенная. Вот, подключается она на питание 12 вольт через вот этот вот разъем. Имеет видео выход. В комплекте также есть провод подключения питания. Питание подается 12 вольт и удлинитель видеосигнала 5-метровый. Также есть небольшая инструкция. Вот. Сейчас мы камеру подключим на питание к монитору и посмотрим, насколько хорошее изображение она выдает. Так, камеру мы подключили на питание. Видеоизображение довольно-таки хорошего качества. Сенсор здесь установлен CCD. Разрешение камеры 537 на 597 пикселей. Используется 480 ТВ-линий. Вот, минимальная освещенность нужна в темное время суток всего лишь 0,1 люкс камере. Вот, и также угол обзора 170 градусов. Имеется парковочная разметка для удобства парковки, как мы видим. Качество довольно-таки хорошее. То есть более чем достаточно в использовании, то есть как в роли задней камеры. Вот. При покупке на данную камеру распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость данной камеры вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.